Так, а если дернуть за этот рычаг и за этот рычаг... А, нет, 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 нет! Ух ты, а это что у нас? Так, друзья мои, перед началом этого видео не забывайте поставить большой пальчик вверх под этим видео, чтобы вышло продолжение или какая-нибудь следующая карта на прохождение. Не забывайте лайк поставить обязательно. Если вам не нравится карта на прохождение, смело ставьте дизлайк. У нас здесь все по-честному, пишите комментарии и попадайте в новые ролики. Погнали! Так, сегодня меня зовут Подушка-Пердушка, и сегодня у нас конкурс на нормальный и прикольный никнейм. Да-да-да, мы его будем менять. Пишите ваши предложения в комментариях под видео. Значит, вот вам рандомный комментарий рандомного чувака, так что пишите комменты, вы попадете в следующий видос. Шоу Майнкрафта и сотни других игр тебя ждут на geronshop.ru, все ссылки в описании. Сегодня у нас очередная карта на прохождение, мы будем развлекаться, поехали. Чё так долго-то? Да-д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 а. Мне нужно выбраться отсюда. У меня есть ощущение, переходящее в уверенность, что вот эти самые бочки, когда их открываешь, дают редстоунный сигнал или что-то типа того. Если кто не знает точно, можете посмотреть. Ребята, надо открыть этот сундук. Е-бой. Так, я могу сделать меч, я могу сделать что-то каменное. Обожаю такие карты, блин. Кто любит карты-пазлы на прохождение, пожалуйста, поставьте плюсик в чатике. Но если вы здесь впервые, я вам советую смотреть эти самые карты на прохождение с... Соответственно, с пазлами, потому что это очень интересный, залипательный контент. Почему? Понятия не имею, ребят. По идее, такой бред сивой кобылы. Но это YouTube, тут и не такое галиматья происходит. Те же реакции, тоже галиматья и та еще. Но люди же смотрят почему-то. Почему, не знаю. Всем нравится, кроме меня. Но мое мнение никто не спрашивал. Да. Господа, я понял, что нам нужно сделать. Нам нужно сейчас найти верстак, сделать себе лук со стрелами. Но где, черт побери, вас найти мне... Вот тедна. Ребята, здесь еще немножко паркура, смотри. То есть здесь же можно запаркурить. Причем паркур специально для Герона, простенький такой, да? И здесь можно вещи найти. Отлично, господи, как же круто. Герон гений. Так, и здесь нужно все эти дырки тоже изучить. Вот он, верстак. Так, но вопрос в том, что крафтить, потому что я так вычислил, что если я сейчас потрачу материалы, то это будет как-то не очень правильно. Знаете, что мы сейчас сделаем? Я сейчас поищу в дырке еще раз внимательно. Может быть, чего-то я там не вижу. Может, еще что-то есть, подсказка, что мне именно крафтить. Друзья мои, кто догадался, что мне сейчас крафт... Вот это что? Это черепушка, что ли? Вот это что? Это череп. О, смотри, кварц. Круто. Так, а здесь что у нас? Так. Это, смотрите, что я нашел вот рядом с этим блоком. Смотри. Я надеялся, что там какой-то секретный лаз, а теперь смотри. Я не знаю, как мне это удалось сделать. Как это? Как я должен был об этом догадаться? Тут, судя по всему, компаратор нужно скрафтить. Давайте вот что посмотрим. Компаратора, нам не хватает одного блока редстоуна для компаратора. Вот он, блок редстоуна, отлично. И очень много... Блин, я думал, что я должен буду делать сам, крафтить эту всю штуку. Нет, это не так. Хотя... Слушайте, ну лук же я могу сделать самостоятельно. Погоди. Нет, не могу, друзья мои, потому что не получится. Ладно, давайте сейчас компаратора сделаем. Так, компаратора. Компуратора. Как он там крафтится? Вот так он крафтится. Дальше мы идем сюда. И меняем все это. Это офигеть можно. Это, как я должен был догадаться, что тут есть торговец? Какая-то магия в них Хогвартса. Так, теперь мне нужна скрытая кнопка. Где скрытая кнопка? Наверняка где-то там в потолке нужно скакать, как горный козел. Тогда все получится. Так, давайте зелье ночного зрения еще хапнем. Вот она, кнопка находится вот там. Я тут мучился полчаса, ребят, за кадром, чтобы пристроиться, нужную ракурс найти. Тут даже не, проблема не в том, чтобы выстрелить правильно. Да, есть контакт, господа, мы одну комнату сделали. Герон красавчик, ставь лайк, если согласен.
Ставь, ладно, не буду говорить, что, если не согласен. У нас здесь все по-честному. Blast Furnace. Как же это называется? Доменная печь. О, песок. Песок мы будем плавить. И как раз можно уголь будет использовать. Вообще, обожаю такие головоломки, где можно использовать материалы из прошлой комнаты в следующей комнате. Это становится все гораздо интересней. Помимо всего прочего, давайте сделаем ставки, господа. Что я должен скрафтить в этот раз? Я уже понял, что пузырек с жидкостью — это окей. Потому что, ну а что еще? Стекло. А стекло на что полезное можно потратить в Майнкрафте? На банку. Правильно, правильно, народ мой. Так, и скорее всего здесь... О, значит, нам вот туда нужно двигаться. Погоди, а мы не можем никак... В чем соль-то происходящего? А, слушай, тут же можно этот... Тут есть баг? Да. А вы знали, что можно в одну дырку было пролазить, а? Не знали. Признайтесь уже, честно. Так, и здесь ничего больше интересного нету. 4 песка. Ну, песчаник. Можно сделать песчаник. Может быть, на песчаник можно поставить что-нибудь. Где-нибудь, как-нибудь. Вроде бы здесь все, что мне нужно есть. Оказывается, видишь, как проходы делаются? Просто ставишь вот такую штуку и все. Вау. А я раньше мучился с водой, с ведром и прочим дерьмом. Оказывается, это все проще. Мой метод добычи алмазов по технологии стелс, она теперь, можно ее даже будет упростить. Так, хорошо, теперь смотрим. Здесь есть какая-то вандервафля. Угу. Знаете, у меня есть ощущение, переходящая уверенность, что есть некий торговец, которого мы не видим, который опять где-нибудь заныкался вон там, где-нибудь, с которым можно потрейдиться, и который нам за 4 песка продаст как раз этот самый искомый рычаг. Ну, интересно. О, слушай, шкафы, реальные шкафы выглядят. Средневековые такие. Майнкрафт 1.14 просто чудо, на самом деле. О, там баня находится. Да-да-да-да-да-да. Тоже эти домовуха из 1.14. Это, ребят, все ванилка. Мама! Нет. Слава богу, вещи сохранились. Окей, хорошо. А зачем там лава лежит? Давайте рассуждать логически. Зачем нужна лава? Лава нужна, чтобы поджарить жопы разным геронам. Окей, хорошо. То наверняка где-то какой-нибудь скрытый проход или что-то типа того. Но нам нужно решить вопрос, будем ли мы плавить все это, превращать в стекло, или будем делать из этого всего только один песчаник. Вот в чем вопрос. Ой, рельсы. И что? Ребят, я тут надолго застрял, ну, а мне сейчас ролик надо уже выкладывать на канал. Что делать-то? Что делать и кто виноват? Yes! Смотри, как тут... Прикольно, классно, клево, интересно. Ну и чё, паркур, что ли, грёбаный? Да, грёбаный паркур. Мать его за ногу. Так. Так. Так, короче, план такой. Мы здесь вот так прыгаем. Потом прыгаем вот так. А, и вот по этим балкам паркурим вон туда. Отлично. Пропаркурили, как я и сказал, да. Ой, что же мне в этот раз-то скрафтить надо? Disenchanted. Если честно, я даже не знаю, что. О, ребятки. 5-й песок. Ну, много песка, что мне делать с песком? Дело в том, что некоторые рабочие столы в последних версиях Майнкрафта с обратной стороны выглядят как обычная доска, поэтому все доски я тоже прокликиваю правой кнопкой мышки, а вдруг там что есть спрятано? Вот. Что можно еще из песка сделать помимо банок?
Ну, банки я могу переплавить, конечно, потому что Blast Furnace у нас есть. В принципе, сгодится для этого. Может быть, еще там? Мне кажется, здесь все, что можно найти, нашел. Стоп, я нашел еще одну бочку, которую не видел. Ага. И еще вот здесь бочку я видел. Да-да-да-да-да-да-да. Проседаем правой кнопкой мышки. Да, блин, откройся уже. Как мне тебе открыть? Девица-красавица. Обсидиан. Обсидиан и песок душ. Зачем? Для чего? Меня, знаете, что больше всего смущает? Вот эти рельсы явно что-то активируют. Я видел у нас тележку, которая стояла здесь. Давайте попробуем. Может, ее можно поставить на эту прижимную рельсу, и что-нибудь активируется? А фиг там плавал, видимо, этот вариант не работает. Возможно, нужно какой-то раздатчик сверху есть для этого. Там же не просто так эта клетка. Стоп, смотри, там какая-то интересная... Нет, вот это бревна. Там нет больше бочек. В центре я вижу какие-то устройства. То ли печки, то ли еще что. Секунду. Видите, вот здесь там ничегошеньки нету. Там сплошные блоки. Ладно, мне нужно паркурить туда заново. И там есть, по-моему, какая-то штука, позволяющая... Нам нужно запаркурить туда снова. И нам нужно запаркурить до этой самой тележки и забрать ее. Окей, хорошо. Запаркурили вот отсюда сюда. Прыгаешь и дальше погнали. Тележки нам понадобятся, но как их поставить, у меня пока не получается. Наверное, какие-то дропперы есть. Знаете что? Нам, наверное, каким-то образом нужно будет сделать рычаг. Для рычага нужно булыжник, а не песок. Вот в чем проблема. И после этого откроется вот этот путь туда. Больше всего меня смущает вот эта воронка. Может быть, смысл в том, что в воронку нужно кинуть что-то. Смысл в чем? Если вы кидаете вещь в воронку, она дает редстоунный сигнал. И вроде бы уровень редстоуна. Видите, я нашел еще одну дырку рядом с той будки, на которой я только что забрал тележку. Надо снова туда паркурить, потому что в эту дырку надо заглянуть. Смотри, показываю фокус. Мы не проходим в эту дырку. Приседаем и спокойненько проходим. Да, детка. Теперь так можно делать. Обсидиан, куча бумажек и куча черепов. Классно, клево, интересно. Ой, господи, зачем мне два обсидиана? Неужели мне придется портал где-то делать в одной из следующих комнат? Прикольно. Я нашел способ, как поставить майнкарты. Они их ставятся сюда прекрасно. А дальше их можно просто пинать и приспокойненько тащить туда, куда хотите. Подожди. Угу. Ты же можешь. Ты же большая умница. Давай, тележечка. Давай, давай, давай. Не раздражай Герона. Так, давайте. Сейчас тогда попытаемся по одной штуке вас запихать. Так, ну. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Стоп, подожди. Собака страшная. Так. Ну. Я ж тебя могу тащить по земле. Я знаю это. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот таким макаром ее можно дотащить. Только единственное, что это просто не требует терпения. Их можно дотащить до этих лампочек. Ага, да-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 да. Я гений. И ставим сюда. Да, одна лампочка зажглась. И еще раз пробуем дергать этот рычаг. Вот, что-то где-то открылось. Но где именно и что? А, вон, я вижу проход, видишь? Нам нужно запаркурить туда. Так, подожди, как туда запаркурить? А, стоп, погоди. Оттуда туда. Угу. Все, Герон понял, как туда... А, точнее, подушка-пердушка разобралась, как туда прыгать. Герона не завезли. Герон заболел, умер. Все. Ну-ка, поехали, поехали, поехали. Нам сюда и так вот заходим. Погоди. Погоди, поехали. Осторожно. И тут еще куча бочек. А, господи. Боже ж мой. Уи! Бог паркура здесь. Он рядом. Он существует.
И чё? А, погоди. Нам туда. Это же первая комната, где я был сегодня. Поехали. Это просто верхняя балюстрада, на которую я в начале сегодняшней карты облизывался. Такой думаю, я сюда хотеть. А карта такая, ты меня не хотеть, поверь мне. Я замужем. Так, ладно. И здесь еще... Оу, три обсидина. Ребят, мы точно будем портал в Незер строить. Вот честная ютуберская. 100%, зуб даю. Так, и здесь еще... Давай, 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 давай. Так, здесь нет ничего. Здесь нет ничего. Это все, да? То есть мы просто приперлись сюда за одним обсидианом. Ладно. Смотрите, что я нашел прямо рядом вот с этой штукой, да? Во второй комнате. Смотри, смотри. Где это? Здесь находится вторая бочка. Не, секунду, вот она. В ней есть рычаг, наконец-то. 100% мы сейчас откроем люк вниз. Давайте. Так, так и вот так. Ага. И что у нас там? А, погоди. Так, понятно, это временная штука, которая временно открывается сюда. Окей, что у нас здесь? Третья комната, в которой 100% что-то есть. Но что, никто не знает. Друзья мои, если что-то видите, то, чего не я, пишите, пожалуйста. Потому что мне кажется, что здесь где-то вода под лавой находится. Но это миллион попыток мне нужно потратить, чтобы все это узнать. Поэтому я надеюсь на какую-то подсказку, которая здесь должна указывать на нужный блок, куда мне прыгнуть, чтобы не умереть. Смотри, если там есть вода под лавой, то эта лава удерживается табличками. Соответственно, это не текущая лава, это должна быть стоячая лава. Стоячая лава здесь не так уж много. Сотые попытки мне удалось запрыгнуть сюда. Помучился Герон. Хорошо, отлично. Поехали. Погоди, да и встану сюда. Да, есть контакт. Ползем в... Как это называется? Воздуховоды. Как средневековые воздуховоды называются? Дышалки. Во, мы по дышалке куда-то ползем. Бег, к сожалению, отсутствует. Но выгляжу я, конечно, кошерно. Да-да-да. Вы прикалываетесь? Это смешно. Это такая шутка? Ну? И чё? Может быть, надо открыть одновременно? Хорошо, давайте не будем нажимать. Может быть, так. И чё? Здесь нет ничего, тут обыкновенная паутина, которую я не собирал, потому что нет никакого смысла. Ну. Вода, похоже, здесь появилась какая-то новая кнопка, потому что, вот видите... А, слушайте, я выпал, я понажал кнопку, потом выпал сюда. То есть меня просто ТП-шнуло. И... Да! Да-да-да-да-да-да-да. Так, я умер. Я теперь заиспавнился, и зачем весь этот длинный путь я проделал? Чтобы что? А, тут, наверное, знаете что? Наверное, тут где-то новые ходы открылись. Может, там лава исчезла? И что? Секунду, ребят, дайте подумаю, что мне делать. Я бы хотел открыть вот эту дверь. Может быть, там лава исчезла? Нет. А что я могу сделать? Давайте подумаем. Я ничего лучше не придумал, как вернуться в нашу воздуховодку. Прыгнуть снова в лаву, вернуться в воздуховодку. Вот этот огромный путь проделать в надежде на то, что там новый путь открылся. Да, я оказался прав, ребята. И здесь оказал... О, новая бочка. Все, ребята, нам нужно сделать маяк, судя по всему. И ладно, умираем. Так, я надеюсь, что к этому моменту там уже стекло готово. Я как-то даже в жизни бы не догадался, что, ребят, просто идет речь о стекле, о банальном. Давай, погнали. Ну, естественно, стекло можно потратить на маяк. А маяк-то куда воткнуть? Куда маяк воткнуть? Нам нужно блоки железа найти.
где находятся блоки железа, чтобы этот маяк заработал, наверное, так. Ладно, ребят. Давайте ждем. Так, друзья мои, быстренько напишите, куда этот самый маяк можно воткнуть. Давайте, давайте. Давайте попробуем. На самом деле, ребят, единственное место, куда его можно пристроить, это самый хоппер. Смотри, если воронку поставить на строго определенный предмет, эта самая воронка может сработать как замок или ключ. То есть нужно вставить строго определенную вещь. Блин, да как мне отключить эту вандру... Вы издеваетесь? Ну? И что, я не могу... Смотри, если мы кидаем сюда что-нибудь ненужное, то ничего не понимается. То есть хоппер не понимает эту вещь, потому что он настроен на поглощение только маяка, видишь? Все. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Будет еще куча прохождений карт пазлов и так далее. Благодарю за встреч. Ссылка на карту в описании под видео. Если вам понравилось карта прохождения, советую просмотреть прошлые карты прохождения. Все ссылки на плейлисты есть в описании под видео.